Вот она готовится как бы захватить. Да, готовится, а вот дальше. Вместо привычной игры кукол – сложная хореография и множество визуальных эффектов. Такую современную интерпретацию произведения Шекспира «Сон в летнюю ночь» готовят в театре «Сказка». Актеры не скрывают, формат гораздо сложнее привычного. Я до сих пор еще пока не там, если честно, потому что, ну, это как бы необычно. И все-таки играть белочку или зайчика гораздо проще, потому что там можно спрятаться за куклу, а здесь никуда не спрячешься. Все-таки живой план и все такое. В спектакле для взрослых куклой станет сама сцена, благодаря объектам и экрану, которые отличают этот театр от других кукольных. И очень хотелось после спектакля «Паша», который мы здесь сработали, выпускали в сентябре, что-то другое, да, неожиданное, что-то новое. И это тоже спектакль для взрослых, но это поэтический текст, и это уже сказка, и это комедия, и здесь масса всего придуманного. И с точки зрения художников, и с точки зрения хореографии, это такая другая работа. Мы ее называем феерией, да, потому что это такая действительно сказка для взрослых. Маркировка на афише спектакля «Сон в летнюю ночь» 16+. Конечно же, мы ждем наше взрослое население, то есть кому исполнилось уже 16 лет, добро пожаловать, посмотреть, послушать, наполниться поэзией Шекспира. Порадовать зрителя новой премьеры решили с началом весны. Спектакль покажут 4, 5 и 18 марта. София Ценко, Андрей Печоркин, «День с толком».